Идею установки пункта раздельного сбора мусора на Быстрецкой – инициатива городской администрации. А вот место для размещения площадки выбирали в префектуре Советского района. Контейнеры решили поставить не во дворе, а между кварталами, там, где проходит больше пешеходов и организован удобный подъезд для автомобилей. Любой может сюда подъехать, прийти и выбросить мусор. Стекло, бумагу, картон, пластик. Тяжелый класс отходов от батарейки. То есть все здесь как бы есть. Систему цивилизованного обращения с отходами в Рязанской области внедряют поэтапно. Хотя еще 5 лет назад 99% ценных вторичных ресурсов утилизировали на свалках. В качестве временного решения на многих контейнерных площадках Рязани ранее были установлены сетчатые желтые баки для бумаги и пластика. В этом году изменились законы, и теперь 80% отходов проходят сортировку. То есть внедряют системный подход. Кстати, региональный оператор для вывоза вторсырья приобрел специальную машину, кузов которой разделен на секции. Все-таки в этих контейнерах содержится так называемый микс отходов, даже тот же пластик. Его потом необходимо разделять на отдельные фракции, что и делается потом досортировка на объекте обработки отходов. Цель указанных мероприятий – переходный период – это приучить население безусловному раздельному сбору вторичных материальных ресурсов отдельно от общей массы отходов. И только после этого целесообразно создавать уже сеть подобных пунктов, в которых эти вторичные ресурсы принимались бы за соответствующую плату. Такие площадки по раздельному сбору появятся и в других районах Рязани. Всего в областном центре установят и передадут городу порядка 10 таких пунктов.